Сейчас мы приземлимся в одном из самых удивительных городов Индии – Джодхпуре. Его еще называют «голубым городом». Это штат Раджастан, крупнейший штат Индии. И мы на окраине безмятежной пустыни Тар, где царствуют песчаные бури, где температура летом поднимается выше 50 градусов, а в некоторых районах по 2 года не выпадают осадки. Маленький самолет и совсем крохотный аэропорт. По-моему, здесь всего несколько рейсов в день. В обычные времена Джодхпур – это очень популярное туристическое направление, но не сейчас. Индия закрыта для иностранных туристов. Так что на нас местные жители смотрели с большим любопытством и с надеждой спрашивали: «А что, из России уже летают самолеты?» Раша, Раша. Наш отель находился всего в 5 километрах от аэропорта. Аджит Бхаван – первый исторический наследный отель в Индии. Был построен в 1927 году специально для махараджи Аджита Сингджи, младшего брата действующего в то время махараджи. В этом отеле все пронизано стариной и роскошью. Это оазис гостеприимства и теплого раджпутского очарования. Ты прямо сидишь под сплошными махараджами. Друзья, мы прилетели в маленький город Джодхпур в Индии, в штате Раджастан. Ну, как маленькие, приблизительно 1 000 000 жителей в этом городе, но по индийским меркам это маленький. И проведем здесь чудесных 3 дня. Здесь будет очень много интересного. Дворец Махараджи, форт. В общем, и вот мы сейчас в таком интересном отеле, который мы вам покажем. Мы приехали в Джодхпур накануне 8 марта. Впервые я проводила женский праздник таким экзотическим способом. В Индии этот день, к сожалению, не отмечают. Раджастан – это самый большой штат Индии. В Джодхпур мы летели из Дели чуть больше часа. Пробыли здесь 2,5 дня, но впечатлений нам хватило на 2 серии. Так что досмотрите этот ролик до конца, будет чему удивляться. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Совсем скоро. Да-да. Чего мы там снимаем? Ну, рассказывай что-нибудь. Вот здесь, ну, посмотрите, интересные очень комнаты. Я так и не поняла, это был что, дворец Махараджи? С 1927 года. Приехав в отель, мы первым делом пошли в бассейн, потому что 38 градусов в тени – это вам не шуточки. Хотелось освежиться. Ну как водичка? Отлично. Да ладно, холодная. Ну, бодрящая. Добрая, но приятная. Очень приятное местечко, и если есть свободное время, то вполне можно целый день здесь помедитировать под пение птиц.
Главное, что никто не купается, потому что никто плавать не умеет. Но у нас, как всегда, программа насыщенная. Надо было успеть посмотреть город до захода солнца. Оказалось, что в отеле живут свои коровы. Так вот откуда свежее молочко на завтрак. Кстати, этим животным чрезвычайно повезло, что их кормят нормальной травой и лепешками. Вот вы думаете, откуда столько бродячих коров на улице Индии? Сколько я здесь живу, столько и наблюдаю за этими бедолагами, которые постоянно шатаются на дорогах. А почему их туда тянет? А потому что проезжающие машины хоть иногда сгоняют с их шкуры навязчивых мух. И не напоминайте мне, что корова в Индии – это священное животное. Я считаю, что если она священная, то не заслуживает такого жестокого обращения. В Индии считается очень плохим знаком, если у хозяина во дворе умрет корова. Это сильно испортит его карму. Вот и выгоняет он ее на улицу, раз перестала давать молоко. Бродят они по дорогам тощие, больные, жуют полиэтиленовые пакеты на мусорке. Зато у кого-то карма в порядке. В 2017 году в штате Раджастан утвердили закон, запрещающий убивать коров, до 3 лет лишения свободы за убийство коровы. Это вызвало большое недовольство других штатов, где говядину употребляют в пищу. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Давайте подискутируем. Если вы думаете, что это павлин из этого отеля, то вы сильно ошибаетесь. Это дикий павлин. Они здесь летают и гуляют, где им вздумается. В Индии павлин – это символ счастья. Их никто никогда не трогает. Я все ждала, что птичка распустит хвост, но не повезло. В этом небольшом дворце, который прилегает к нашему отелю, живет королевская семья. Это молодой махараджа. И они уже целый год не выходят из этого дворца. С того времени, как начался локдаун, очень боятся ковида. Вот как это грустно. Им приносят еду, и они никуда не выходят. Нам понравилось, с какой гордостью и знанием этот парень называл имена правителей. На этой картине изображены махараджи со всей Индии. Раз в год они собирались на заседание совета под предводительством вице-короля Индии. Вот он сидит в центре. Генерал, губернатор и вице-король Индии, британец Эдвард Вуд, первый граф Галифакс. Только представьте себе, сколько дипломатических усилий требовалось ему, чтобы управлять этими людьми, представителями некогда воюющих кланов. Кстати, именно граф Галифакс в 1930 году посадил в тюрьму Махатму Ганди за его 200-мильный соляной поход в знак протеста против британской монополии на продажу соли. Чего-чего? А что нельзя? Штатив нельзя. А, штатив нельзя? Окей. В общем, внутри нельзя использовать штатив. Штраф 2000. История создания крепости Мехрангарх
относится к середине 15 века, когда раджпутский правитель Рао Джодха, завоевав соседние территории, создал государство Марвар со столицей Джодхпур. И решил он построить крепость на скалистом холме, возвышающемся над пустыней. А на холме в пещере жил отшельник. Чтобы построить форт, махараджа надо было выселить отшельника. И тот, недолго думая, наслал проклятие на форт в виде засухи. Чтобы его успокоить, пришлось построить дом и храм у пещеры отшельника. И чтобы гарантировать, что новое место окажется доброжелательным, махараджа пошел на крайние меры. В фундаменте крепости он заживо замуровал человека. Эта жестокая традиция называется «строительная жертва». К сожалению, этот чудовищный ритуал был популярен не только в Индии. Во многих странах мира до сих пор живы предания о людях, заживо замурованных в стенах или фундаменте здания. Считалось, что таким образом здание обретает духа покровителя. А самое главное, что жертва должна пойти на это добровольно. Мне трудно поверить, что на такое можно пойти добровольно. Но легенда гласит, что в Мехрангархе таким человеком стал Раджия Бамби. Ему пообещали, что взамен о его семье будут всегда заботиться. Это было обещание, которое трепетно соблюдается всеми потомками Раджи. Вот теперь я понимаю, почему Джодхпур называют голубым городом. Вы посмотрите на эти голубые домики. Кстати, в Раджастане еще есть розовый город Джайпур, белый город Удайпур и золотой город Джайсалмер. Посмотрите, как они выглядят. English? English a little. Russia. Russia, Russia. Moscow. 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 You live in Jodhpur? Gujarat. 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 Which Surat. Surat. Gujarat. Okay. Language Hindi. Yes, I'm here. Miram ko ma padhiya. Yeah, I'm here. Chalenge India. Abhi jaachi. Ya garmi aa raha hai. Yes. Nahi aa raha hai mobile. Тюрбан для раджастанца – это не только головной убор, это вообще одна из самых ценных вещей. Он может служить подушкой, простыней, полотенцем, иногда он может даже стать веревкой, чтобы набрать воды из колодца. Сейчас будут Володя. Существует около 1000 видов разных тюрбанов. В то время как простые жители Раджастана носят однотонные тюрбаны, раджастанцы побогаче ходят в тюрбанах различных оттенков и моделей. По цвету тюрбана можно даже определить, к какой общине относится человек. Также его цвет меняется в зависимости от времени года. Для каждого праздника свой тюрбан. How meters? 9 meters. 9 meters. Теперь ты будешь кто у нас? Махарадж? Махараджа. Сейчас. В Раджастане этот головной убор еще и символ мужской чести и достоинства, вследствие чего его ни в коем случае не кладут на пол. И кроме того, считается оскорблением переступить через чей-нибудь тюрбан или снять его с другого человека. Да. Все. Ну как, тепло тебе, девица? Кстати, да.
Так кто же такие эти раджпуты? С этим не все так однозначно. Западные историки считают, что они пришли из Центральной Азии, а индийские утверждают, что раджпуты жили в Индии с древних времен. Этносословная группа раджпутов насчитывает в Индии около 17 миллионов. Каждый махараджа имел именно свою валюту, выпускал свои монеты. И здесь прямо показывается, у какого махараджа были какие деньги. А вот там уже как королева Виктория, самая дальняя. Вот если есть Индия, то не хочется, что королева Виктория там. Это вот все махараджи, которые здесь жили. 26, 28 махараджи. Всегда можете опознать Marwari Paintings специальными отличительными чертами, повторяющимися мотивами. Волны сделаны из серебра, полузакрытые глаза с тяжелыми веками и сады с мёрз. Марвар. Марварская живопись или раджпутская живопись, которую вы видите, процветала в Индии при дворах раджпутских князей еще XVI века. Эта школа признана во всем мире. В самых известных музеях можно встретить марварские миниатюры. Особенностями этого стиля являются портреты женщин с длинной шеей, раскосыми глазами и орлиным носом. Мужчины же обязательно должны быть привлекательного телосложения, с приподнятым тюрбаном и тонкими губами. Краски всегда из природных красителей. И немного золота или серебра с добавлением клея. Кстати, здесь же коровья моча, добавленная в краску, создает неповторимый оттенок желтого цвета. Махараджи играли в поло сколько-то веков. О, ну еще в 19 веке они уже играли в поло. Надо же. Что здесь изображено? Вот это чакры. Чакры эрудические. Вот это чакры. Все, да. Здесь как бы растворение земли на черепахе, да. Вот какие. Эквивалент Вселенной на человеческом теле. Эквивалент Вселенной. Музей в крепости очень рекомендуем посетить. Во-первых, это прекрасная возможность спрятаться от палящего солнца. А во-вторых, залы дворцов очень красивые. Смотришь на всю эту экзотику и представляешь, как когда-то тут восседал махараджа на мягких подушках, сзади слуга с опахалом, а посреди зала – наложницы с танцем живота. Я думаю, именно так местные махараджи проводили короткое время между военными походами. Посмотри, какие шикарные витражи. Как будто бы лампочки подсвечиваются. Витражи какие классные. Раджпут в переводе – сын Раджи. Их еще называют индийскими самураями. Храбрость, жестокость – и самоубийственно строгий кодекс чести. То есть в случае нападения врага, когда ситуация казалась совсем безвыходной, раджпуты практиковали джоухар – массовое самоубийство. Сначала на костер шли женщины, а потом мужчины выходили на смертельную битву, с которой никто не должен был вернуться живым. Раджпуты воевали с моголами, воевали между своими кланами. Они предпочитали сражаться на слонах и колесницах, презирая пеший бой. Когда в Индию пришли британские завоеватели, раджпуты заключили с ними мирный договор в обмен на автономию. Так образовался штат Раджастан.
Одна из самых известных раджпутских крепостей – это Мехрангар, ради которого, собственно, мы и приехали в Джодхпур. Приятным моментом стало для нас приглашение от местных музыкантов на маленький концерт. Мы поднялись в небольшую комнату, где специально для нас играли раджастанскую музыку. Кстати, эти ребята немало поколесили по миру с гастролями. Они похвастались их афишами из Европы и Индии. Довольно внушительный список. Такие артисты живут концертами, а сейчас у них трудные времена. Этот музыкант долго рассказывал об особенностях индийской музыки. Она действительно очень непривычна для европейского слуха. Если эта тема кому-то интересна, мы сделаем отдельное видео на эту тему. Теперь у нас есть их диск, и мы благодарны ребятам, что они разрешили нам использовать их музыку в этом фильме. Хотя форт Мехрангар и был заложен в 15 веке, эти величественные стены, которые мы видим сегодня, были построены в период правления махараджи Джасван Сингха в середине 17 века.
И до 1943 года в Мехарангархе жили представители правящего раджпутского семейства. Здравствуйте, мы сегодня с вами в Джодхпуре на скале в городе Мехрангарх. Вот, я это выговорила, Мехрангарх. Очень интересное место, всем рекомендую, но, собственно, если вы будете в Джодхпуре, то вы просто это место не пропустите. Это обязательная достопримечательность к посещению. Здесь еще есть удивительный, хороший магазин очень, где можно купить такие удивительные вещички. И потом нам еще повезло здесь послушать индийскую музыку, встретиться с хорошими музыкантами. Не пропускайте, досматривайте видео до конца и не забывайте, пожалуйста, подписываться, потому что это очень важно для нашего канала. Ваши комментарии, ваши лайки, ваши репосты очень помогают нас и вдохновляют делать наши видео. Поехали дальше. То есть там продолжение стены. Он сказал, что 10 километров вокруг города стена. Что-то как будто как китайская стена прям. Да, я тоже хотела сравнить это с китайской стеной. То есть как бы 10 километров вокруг города. Друзья, вот я вам хочу сказать, вот около этого места я стою с трепетом, потому что это ладошки жен одного махараджи, которые после его смерти зашли на костер в Сати. Есть такой обычай, ну он был и он даже продолжается в Индии. Когда муж умирает, то жены сжигают себя вместе с ним после Сати. Так вот, каждая из жен из этих 30, это 30 ладошек здесь, каждая из них, прежде чем зайти на погребальный костер, она опустила в хну ладошку и приложила к стене. И потом скульптор взял слепки с этих ладошек и сделал вот эту стену. И видите, здесь даже вот, в общем, это стена памяти женщин, которые вместе с мужьями восходят на погребальный костер. Если бы я знал. Это щит. Это какой-то щит. Какой щит? Вот это закрывается, да. С этим. Нет, это щит. Да, это два щит. Разных щита. Ой, смотри, какая. Не знаю, как вы думаете, что это такое? Что вам первое приходит на ум? Так, 3 секунды подумали, ничего не придумывали. А оказывается, это казанчик. Это чан, чтобы готовить овощи. Чан для приготовления овощей. Вот, первый раз я стою в Казани. А вот интересно, бутылка привязана. Как ты думаешь? Я думаю, это пшикать. Кондиционер самый, который. Слушай, пшикает. Сейчас как плюнет на тебя. Здравствуйте.
Часовая башня Кхантагар, расположенная в центре Джодхпура, это типичное строение для раджастанских городов. Она была построена в начале 20 века во времена правления Махараджи Сардара Сингха, чье имя носит большой рынок, окружающий эту башню. Строили ее целых 20 лет, и на нее можно подняться, заплатив 10 рупий. Кстати, недалеко от башни находится огромный индийский колодец, который вы увидите в следующей серии. Это просто шедевр индийской архитектуры. Не пропустите! Welcome, welcome. Красить дома в синий цвет было принято у браминов. Это высшая каста индусов. Семьи браминов увеличивались со временем, и голубых домиков становилось все больше и больше. Еще существует версия, что в состав этой голубой краски входит ядовитое вещество, убивающее термитов. А также на нее не садятся москиты. Перед Дивали принято освежать краску, и вот так ярко выглядит голубой город в это время. After you got your manzil, you say, ooh, la la, come. Ooh, la la. Центр Джодхпура очень неудобен для больших автомобилей. Улочки узкие, много велорикши, мотоциклов. Мы намучились, взяв Toyota Innova. После Дели совсем непривычно. Вы только посмотрите на это хаотичное движение, где каждый ездит как хочет, куда хочет и с чем хочет. Наконец припарковались и пошли гулять пешком по голубым улочкам, заглядывая в сувенирные лавки, которые мы покажем вам в следующей серии. В этом городе все заточено на туриста. Много гестхаусов, где с крыши можно полюбоваться крепостью. И когда мы сюда ехали, я уже предвкушала ужин на руфтопе с видом на вечернюю крепость. И мы специально спешили в этот ресторанчик, чтобы успеть к закату. Ведь на рекламных картинках Мехрангар с красивой ночной подсветкой выглядел просто волшебно. И вот, заказали еду, ждем заката. Володя, как тебе Джодхпур? Нет, Джодхпур прекрасен, особенно если вечером после заката солнца посмотреть на вот это, которое слева от меня. Этот форт? Форт, да, и наслаждаться рюмкой хорошего вина. Темнело, а никакой подсветки. Сплошное разочарование. И уже установили камеру на штатив. И оказалось, что с того времени, как начался локдаун, форт больше не подсвечивается.
Зачем тратить электричество, когда нет туристов? А туристы все-таки в городе были. Рядом с нами сидели европейцы, и вокруг было много путешествующих индийцев, и они тоже были крайне разочарованы. Напротив, ребята отмечали день рождения и тоже ждали красивого завершения вечера. Эх, в темноте форт выглядел очень буднично. After last year. Если бы мы знали. Yes, ma'am. We will be waiting specifically for this. I know, sir, but you really like to take a picture on for online. Небольшой отельчик с континентальной кухней, куда мы заехали наспех пообедать. Вот такой необычный интерьер вокруг. Это повозка, где возили Махараджу, а может и его любимую жену, кто знает. В общем, весь Джодхпур как большой музей под открытым небом. Мы искали приличный ресторан, чтобы было безопасно, вкусно, и по возможности там была континентальная или хотя бы китайская кухня. Так что будете в Джодхпуре, очень рекомендуем On The Rocks. Это большая красивая территория, где несколько ресторанчиков с хорошим обслуживанием. Само по себе индийская кухня там тоже есть. Нашли мы его по рекомендациям на Google Maps. Оказалось, что находится он всего в 100 метрах от нашего отеля. On The Rocks – это сеть ресторанов. Ссылку оставим под видео. Нам принесли мой любимый гарлик нан. Это райта, это спринг-роллы. Ну, да, чикен спринг-ролл и, да, ну, как, давай, открывай. И димсамы, чикен димсамы. Ну и, конечно, Володин любимый грин салат. У меня тоже вот такой вот супчик китайский какой-то куриный. Очень вкусный. Ну, в общем, мы в хорошем ресторане, где есть китайская... On The Rocks называется. On The Rocks. Если вы будете в Джампуре, приходите в On The Rocks. Если вы будете в Джодхпуре, приходите в ресторан On The Rocks. Здесь есть и континентальная кухня, и индийская, и китайская. Палочки. Да, палочки тебе не дали. Ой, какой кошмар. Say please, two words. Where we go now? What is it? What's the place? This place is Gudda. Vishnoi Gudda. Local Indian person. Local Indian. Rajasthani. Only culture is Rajasthan. Buffaloes, goats. 30 километров. Half hour distance. Водитель нам сказал, что мы едем в деревню Бишнаян. И я действительно ожидала, что это какая-то атмосферная деревня. Но все случилось совсем по-другому. И наша встреча с этими необычными индийцами получила совсем другой оборот. Ну что, пошли? Это место называется Гуда Вишнаян. Вот перед нами небольшой пруд, в котором грациозно разгуливают цапли. Это место давно облюбовали перелетные птицы. В хорошие времена здесь можно увидеть и фламинго, и аистов, и журавлей. А вокруг полно диких животных – оленей, косуль, шакалов. То есть это такая заповедная зона. И здесь же живет секта Бишнои. Именно секта. Потому что там объединились люди из разных каст и вероисповеданий – мусульмане, брахманы, раджпуты. Кстати, это единичный случай в индийской истории. Я все-таки так и не поняла, что они делают. Ты можешь у него спросить, вот что? Они что-то памяти Махатмы Ганди или делают что-то то, что там Махатма Ганди связано? Ну, зачем-то приехал трактор что-то собирать. Ну, не знаю. Нас там сейчас не погонят, интересно, то что... А что, вот что, что? Вот, вот... Мы работали, мы не знаем. А. Ну вот что-то она на голову ставит себе, ты можешь это приблизить? Что-то она несет на голове же.
Может быть, это соль? Ну, что-то же они несут. Yes, yes, yes. Yes, we'll come. Yeah. Я долго не могла понять, чем занимаются эти женщины. Оказалось, что собирают камни. А наряжены-то все так, будто праздник. Индийским замужним женщинам положено закрывать лицо перед посторонними мужчинами. Посмотрите, как они все срочно натягивают на лицо косынки. То, что произошло дальше, я никак не могла ожидать. Ни за что бы не повторила это вновь. До сих пор не понимаю, как я согласилась. Давай, давай. Посмотри сюда, на меня посмотри. На меня посмотри. Иди, 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 неси. Это очень тяжело. Сейчас. Это очень тяжело. Смотри, учите, не учите. Фриму, 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 фриму. Смотри, учите. А ты как гале? Туда, 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 туда. It is very heavy. How you do it? It is very, very heavy. Oh, le, Adra, thoda aa gaya. Oh, no, kya karoga? Oh, madam, dhaljadi mein itna. Kaise kya rakhta hum? Yaar, itna guna mein se aa gaya, toh kya karta hai? Next time, next time. It is very, very heavy. Thank you very much. Что он хочет? Они что-то хотят, но я не знаю. Ну, они хотят, чтобы ты им что-то заплатил за это. 100 рублей, может быть, но... Ну, да, им что... Кому-то одному... Ну, вот этой тетеньке, которая мне поставила, да, ей... Бишнои – это первые экологи на нашей планете. Еще раз напомню, что пустыня Тар в Индии – это одна из самых засушливых пустынь на планете. И существует гипотеза, что эти земли в пустыню превратили сами люди, которые тысячелетиями усердно занимались здесь животноводством. Вот животные и съели всю растительность. Их духовный наставник, гуру Джамхишвар, живший на рубеже 15-16 столетий, еще в молодости стал свидетелем страшной засухи. Бедствие длилось несколько лет кряду и превратило его сородичей в настоящих безумцев. Они убивали диких животных, чтобы прокормиться, и рубили деревья, чтобы изжарить на костре мясо. И вот высшие силы послали 33-летнему Джамхишвару апокалиптическое откровение. Если люди не прекратят уничтожение всего живого вокруг, их самих ждет страшная смерть.